Я нахожусь в минеральных водах, в городе, в котором делать совершенно нечего. Здесь нет совершенно ничего, кроме, может быть, нескольких туристических достопримечательностей. Первый из них находится сейчас прямо за моей спиной. Рядом с этой стелой или памятником находится большой кафедральный собор минеральных вод. Большой, кирпичный, некрасивый. Здесь есть памятники Карлу Марксу, несколько памятников Ленину, пара стоящих поездов на железнодорожном вокзале и какие-то иные не очень интересные места. Однако, так как времени у нас более чем достаточно и делать что-то надо, сидит